Так, ребята, всем привет! Мы у Сани Челябинского в гараже. Санек. Привет всем. Сейчас будем запускать его ПС на это. Не торопись, Сань. На карбюраторе Bing. Вот такой вот карбюратор установили. Он большой, жиклеры мы не знаем, но работает в принципе неплохо. Сейчас может попробуем еще тестировать, как он вообще едет. У меня вот такой новый шлем со старыми засохшими мухами. Вот, и вот такие очки шпионские с камерой скрытой. Он уже хочет. Вот эти толстые дужки, они не влазят, это самое, в шлем. Так что, ну, я не для этого покупал. Вот, заработал. Он и стоял-то у тебя тоже. Эти очки одену, это самое, и прокатимся, посмотрим, как оно вообще. Неплохо. О! Красота, красота, говорю. Ну, красота, да, да. Красота. Надо резинку только новую. Но. Где-то подсос все равно еще идет. Вот такую резинка здесь стоит, не знаем. От чего она, так что будем искать что-то наподобие. И вот это у тебя, да, этот шок, да? Ага. То есть он, и он сам откидывается, когда нагревается, да, ты говоришь? Нет, никак нагревается. Ты его завел, газу дал, она. А, сама выплюнулась, сама, да? Отрубается, ну. Нифига себе. Ну, вообще такой интересный. Но ты говоришь, что он и больше жрет, и больше дымит, да, ну, с ним? Естественно, да. Да? Там дырень-то, блин, он не успевает сжигать его, похоже. Ну, надо, да, смотреть, может лёд поменьше поставить. Но. Или его опустить. Мы ничего не делали, как вот было, воткнули его. Угу. Попробовали и все на этом. Так, а у тебя попёрло. Тут моторы, да, я смотрю? Кстати, ребята, обратите внимание, места стало больше. Веспа легендарно ушла в горы. Так как у Сани тут есть задумка, но это интрига. Интриган. Скоро здесь появится интересный аппарат. Тригант. Да, да. Виталий Тригант. И вот, да, и вот смотрите, это Сани Планеты 2 моторы, короче, и головки, так что это цилиндры. И Саня будет скоро перебирать. Уже подшипники, ты говоришь, пришли, да? Ну. Вот. Сальники надо еще заказать. Сальники еще, и будет собирать запасной мотор для Сани. Прокладки видим. Так что такие вот у нас движухи здесь. Еще бы вот эту скалопендру, да? Да. Валентином кому окрещенную, надо, да. Да. Кому надо эту скалопендру? Она практически уже собрана. Какой тут объем двигателя? Полтишок. Полтишок, да? Ну вот. Так что если пишите, если кому надо. Интересный агрегат такой. Обзор мы уже делали на него. Саня просто хочет себе побольше места здесь, вот самое, организовать. Ну, это Simpson мы уже тоже показывали. Так что, ребята, как-то так. Так, ребята, вот рискую я, без шлема еду ради контента. Посмотреть, как Саня там набирает обороты. Ты что, уже пишешь? Да, я уже пишу, короче. В эфире? Да, мы в эфире. И еду в этой кепке. Ну, тут несколько метров. Надеюсь, полиция нас не хлопнет. Если же хлопнет, будет еще один контент. Напомните, кому есть там. Да. Вот. Вообще четко замоется.
не по-детски. Ну да. Хило так, да? Что-то нету его. Так что вот такая веспа. Ты сегодня с ней попрощался, да, Сань? Ну, почти такая. Это ну, я имею в виду цвет там, да. Туда-сюда. А мы тут звоним. Здорово. Звоним. Здорово. Привет. Здорово. Не, я вообще никого не знаю, телефон дома забыл. Только в этот медиамарш, вы что, катаетесь? Ну, немножко. Я так. Блин, что, повелся нормально? Да. Четко работает вообще. Ну, куда пропал уже? Я только приехал, телефон заряд, вот Виталий звонил, ты звонил, думал, звоню, спрошу, что там так. Угу. Ну, яму зацени. А, да. А, да, давай. Так, яму или яву зацени? Яву. И полностью новый пол делал, да? Не, пол прошел, пол... так осталось. Осталось, да? Четенько. Угу. Короче, склад у вот тебя. Такой здесь. Склад, короче. И места хватает, видишь, чтобы бетоном залил конкретно. Угу. Пол бетоном, покрасил по-быстренькому ее. Вики посадил на этот, на... Вообще хотел бетон. Смотровую яму, да? Да. Но из-за того, что вода метр там... Метр ниже, короче, вода. Еще раньше, сейчас высоко... Ну, короче, пришлось вот так это ставить. Ну что? Стабильно все так. Да-да. Я еще все это раскидаю, разберу, чего не надо. Пока закинул сюда, чтобы место... Хотя бы компрессор, считай, там. Да. Та и в машине... Я же что хотел это? Я хотел сюда розетку провести, знаешь? Ага. Чтобы компрессор, если что, не лазить, а включить его сразу. No. Вывести сбоку. No. Чтобы там раз подсоединиться и все. И хотел ступеньки сделать, лестницу, а теперь подержи, Сань. Держу. А теперь приходится, короче, вот так позалазить, видишь? Да. Как бы тоже это, без лестницы, мне нормально. Нормально. Ну, залил все этим щитами, все выставил, короче. Флексом вырезал все это. Угу. Уголок сварил. Ну, классно. Покрасил по-быстрому, короче, все. Ну, стабильно, короче, ты ее хрен сломаешь. Еще внутри этот, еще с арматурой все. Угу. Кроме этой стены, сюда она не залезла, а так все везде арматуру закинул. Ну сколько вон, смотри, сколько всего можно спрятать, да? Канистры, то все, короче, все, угу. Что не надо. И она, видишь, она легко так поднял ее, раз, все, на нее мотоцикл загонять можно ставить. А знаешь, что сделаю? С работы принесу этот резинка такая, этой транспортерной лентой. Ага. Брошу сверху ее, чтобы мотоцикл загонять и все. Ну, чтобы подножка не проваливалась, да? Че, катнуть хотите еще? Ну, не знаю. Ну, так. Давай. Давай, как сказать. Ты же видишь, я это... Виталий, шапку надо взять. Да, я из-за этой камеры. Она у меня в шлем не влазит. Здесь камера. Алло. Шпион. Шпионская. Понятно. Это чтобы снимать эти, чтобы снимать с немцами вот разговоры, понимаешь, чтобы в камеру, телефон им понятно. В рожу не тычь или камеру. Ну, это, оденусь тогда. Ну, давай. Куда? Можем на это съесть, Рур, на дам посмотреть, нет? Где там? Да пофигу хоть куда. Сейчас классно, да, по вечеру? Да, сейчас вообще прохладно, ништяк. Сейчас, Сань, ну... Я сейчас на твоем попробую, пока у тебя бинт еще стоит. Сейчас, да, да, да. Сейчас хочу, пока камера включена. А как заводится? Офигенно заводится, лучше, чем мой.
О! Так, давай твой. Должен сразу, да, Саня? Опа! Красота! Да. Да, он выше, чем мой. Я на носочках стою. Офигеть. Мне вообще нравится, офигеть, вообще я себе поставлю. Четко идет, да? Четко, вообще. Короче, снимешь, я его себе лучше заберу его. Вонючий случай, вообще вещь. Ты вообще не сказка сейчас ничего? Ну да, пока. Из-за этой камеры. А мусора если? Ну я контент хотел записать. Поймали мусора.